Денис, поздравляю с переходом в Салават Юлаев. Какие эмоции, ощущения от самого факта? Спасибо большое, но, конечно, новый этап для меня, новый вызов. Очень все интересно, хорошо встретили. Вот еще пока не все ребята, не со всеми познакомились, но кое-кого уже все равно знаешь. И играли друг против друга сейчас в одной команде, поэтому, я думаю, все самое лучшее будет впереди. Игорь Захаркин, тренер, с которым вы уже работали, повлиял ли факт его присутствия на переход сюда? Ну, я думаю, что да, потому что тренер строит команду, он знает, с кем ему работать. Вот, и я с ним работал и в ЦСКА, и в сборной, и знаю его требования, поэтому будет легче. У вас предыдущий сезон таким не очень хорошим получился, не так часто играли. Как вообще оцениваете то, что происходило? Но я на самом деле уже забыл, да, за это время, за лето, что то, что было в Омске, когда как все начиналось, там и капитаном, и лидер команды. И на самом деле, да, сыграл чуть больше полсезона, вот, но то, что были там бытовые вопросы какие-то, там все дома, там либо игровые, то есть, ну, я не хочу даже про это говорить. У меня новый этап, новый вызов лично для меня, и есть что доказывать. Чувствуете в себе силы после неудачного сезона вернуться на свой уровень? Ну, я надеюсь на это. Я постараюсь, я докажу. Какие задачи ставите перед собой личные? А я думаю, командные надо самые высокие ставить задачи. А личные будут сами по себе. Когда будут высокие задачи команды, будет все хорошо. И у меня.